что касается самого пестика, то строение у него очень вариативно, и не всегда мы можем увидеть такой классический завязь столбик-рыльца, как вот мы себе представляем, как мы себе обычно рисуем. Иногда завязь, ну понятно, что завязь присутствует всегда, если это вообще цветок содержит женскую часть, потому что не все же цветки содержат и женскую, и мужскую часть, а вообще есть бесполые цветки, да, которые только околоцветник содержат. Но тем не менее, если цветок содержит околоцветник, то, соответственно, зависть обязательно присутствует. Другое дело, скольки гнездная она может быть. Как мы с вами помним, если у нас одногнездная зависть, это означает, что внутри одного пестика у нас содержится один плодолистик, а это, помните, я на прошлом занятии вам рисовала, такую схемку, если у нас один плодолистик в пестике, то это может быть либо апокарпный гинецей, либо псевдомономерный гинецей, в том случае, когда один из два или три, неважно сколько плодолистиков, они либо полностью отмирают, либо остаются стерильными, в общем, не несут никакой генеративной функции. Столбик – максимально вариативная структура, потому что все зависит от того, этот цветок должен быть подвержен самоопылению или цветок предполагается, что опыление произойдет пыльцой другого цветка, насколько глубоко погружена зависть, это верхняя и нижняя зависть. Ну и в итоге у некоторых столбик или стеблодий вообще практически отсутствуют, то есть там какие-то микрометрики, да, а у кого-то столбики очень-очень большие, ну, в частности, вспомните вот эти волосы, вылезающие из початков кукурузы, да, это вот, собственно, столбики, которые выносят рыльца из початка. Потому что покрывало початку кукурузы настолько сильно его закрывает, что в итоге для того, чтобы произошло нормальное опыление, нужно это все дело, значит, выносить да, потому что если мы вспомним початок кукурузы, да, и вот эти вот, значит, цветочки на початке, а снаружи все вот это вот дело покрывается покрывалом, уж извините за тавтологию, да. И для того, чтобы цветки, например, находящиеся где-то вот здесь вот, для того, чтобы они выносили, соответственно, для того, чтобы произошло нормальное опыление, эти цветки прибегают к тому, что создают довольно длинные, до 50 сантиметров столбики, которые выносят рыльца. Рыльца также вариативная структура. У кого-то рыльца сидящая, да, сидячая, потому что столбика нет, ну, потому что не надо и далеко выносить этот рыльца. У кого-то рыльца маленькая, кругленькая, так называемая головчатая рыльца, такое миниатюрненькое. У кого-то лопастное и так и далее. Ну, в общем, все это зависит от потребностей цветка, которые, соответственно, которые возникают. Итак. Вот как выглядят, например, наши поперечные срезы в районе завязи. Где-то они сделаны в момент созревания плода, где-то они сделаны в момент уже полностью созревшего плода. Извините, пожалуйста, кислорода не хватает. Ну вот если мы с вами сейчас посмотрим на помидорку, то классическую помидорку, все мы резали помидорку, все мы помним, как это все выглядит, да? Что мы с вами наблюдаем. Ну, во-первых, давайте с вами подумаем, какой тип гинецея у помидорки. Ну, синкарпный, да, действительно, синкарпный гинецей, да, потому что вот у нас, соответственно, раз камера, два камера и, соответственно, вот три камера. Надо отдать должное, что вот эта вот сильно разросшаяся часть, которая как бы дополнительно выносит семена внутрь камеры, это разросшаяся плацента. И вот когда поедаем помидорку, а также вот это вот сочные плаценты нам тоже очень-очень полезны. Справа фотография – это ирис, с
если мне не изменяет память. Здесь тоже синкарп на генеце, и здесь хорошо видны вот эти вот столбики, да, по которым идет крепление семи зачатков. Ну, я думаю, что коробочку мака тоже все увидели, тоже все вспомнили. В общем, такая вот интересная структура. А следующая наша картинка, она демонстрирует то, как может выглядеть столбик. Если мы смотрим на левую верхнюю фотографию, то здесь столбик максимально аккуратненький, маленький, ну, практически сидячая рыльца. Практически. Не полностью, а практически сидячая рыльца. А справа фотографии сверху – это цветок лотоса. Это вот большая такая округло-треугольная структура – это рыльца. Там энное количество пестиков, чьи столбики срастаются. Почему я сказала рыльца? Почему я сказала рыльца? Столбик, простите. А вот это вот все, и столбики этих пестиков срастаются – и на поверхности имеются такие углубления, в которых потом будут формироваться вот эти орешковидные плоды. Вот. И, как мы понимаем, у лотоса вот это вот сросшиеся столбики будут принимать участие в формировании плода. Ну, столбик лилии, я думаю, что вам ничего нового не расскажу, это все вы прекрасно видели. Ну и... последняя фотография, картиночка, это, соответственно, цветок тюльпанного дерева, Liriodendron tulipifera. Ну, что здесь можно сказать? Во-первых, вот эта вот большая структурища, которую я сейчас обвела, это все сросшиеся друг с другом столбики апокарпных пестиков. То есть, на самом деле, не столбики, столбики здесь неправильно употреблять, а стилодии апокарпных пестиков. Они срастаются вот в такую колоночку. И вот эти вот коричневатые части маленькие, которые вы видите, это на самом деле рыльца. Когда происходит опыление и формирование плода, эти стилодии сросшиеся также принимают участие в формировании плода. Если вы присмотритесь, то вы увидите такие как бы борозды, да, это на самом деле вот эти стилодии, которые прирастают. И когда все это формируется, соответственно, плод формируется, все части околоцветника, тычинки, все это опадает, остается вот эта вот штука. Сказать, какой тип плода у тюльпанного дерева, довольно сложно. Это не коробочка, не листовка, ну, в общем, сложная структура, которая будет вскрываться отдельными частями, то есть как бы каждый отдельный стилодий будет приоткрывать ту камеру, то вот, проход в завязь, где сформировалась семь. В общем, сложная такая структура. Ну, а это рыльца. Рыльца пестиков. Вот на нижней левой фотографии показана головчатая рыльца, ну и на правой верхней тоже головчатая рыльца. А на других фотографиях показаны лопастные рыльца. Есть такая... ну, такое правило, что ли, что количество лопастей в рыльце соответствует числу плодолистиков. В принципе, у подавляющего большинства цветков так оно и есть. Если вот, давайте посмотрим с вами на левую верхнюю фотографию, здесь 5 лопастей у рыльца. С вероятностью практически в 95% эта завязь будет содержать 5 плодолистиков. То есть это будет пятигнездная завязь. Еще раз повторюсь, очень часто все это совпадает. Ну, собственно, откуда берется плод? Как цветок перерождается в плод? Что, где задействовано? Мы уже с вами обсудили макроспорогенез, макрогаметогенез, микроспорогенез и микрогаметогенез. А, нет, мы с вами обсуждали только микрогаметогенез. Да, простите, мы с вами обсуждали только... мужское развитие, мужской спорогенез и мужской гаметогенез. Как же происходит формирование плода? Откуда все берет начало? Самая главная часть в гинеции – это, конечно же, семипочка или семизачаток. Семипочка и семизачаток одно и то же. Там происходят самые главные события, которые мы сейчас будем обсуждать. Там будет происходить формирование семян, и потом как следствие из этого будет образовываться надстройка, да, и сейчас будет формироваться плоды. Итак,
Как происходит развитие семизачатка? Вот у нас есть с вами, соответственно, плодолистик. Внутри плодолистика у нас на определенной стенке, в зависимости от типа плацентации семян, начинают возникать вот такие вот бугорочки, которые показаны на рисунке А. И постепенно эти бугорочки начинают дифференцироваться, загибаться, и более или менее мы приходим к тому виду семизачатка, который чаще всего мы и представляем. Другое дело, что все-таки семизачатки очень разные, по-разному ориентированы микропили, так и далее. У кого-то два антигумента, у кого-то один. В общем, они всегда очень часто выглядят по-разному. Итак, есть определенный набор вещей, которые должны присутствовать у семизачатка. Это плацента, семеножка, халаза, нуциус или мегаспоранки, синергида, антиподоцентральная клетка и интегументы и микропили. В идеале вы все это должны знать. То есть вы должны знать, что есть что, а самое главное, зачем это нужно. Давайте еще раз повторим. Итак, все начинается с плаценты. Что такое плацента? Как вы себе представляете, как вы дадите определение плаценты? Итак, плацента – это? Субстанция, обеспечивающая семена питанием и защитой механической. Ну, значит, вот механической защиты не уверена. А если вот совсем простыми словами? Вот совсем-совсем простыми. Правильно, все, что вы сказали, правильно? Арсения, только вот, чтобы совсем просто сказать. Место крепления, может быть, семян. Крепление к кому? К цветку. Хорошо, а если взять вот нас как детенышей, которые когда-то были в утробе мамы, плацента там зачем нужна? Для жизни семя. Для жизни семя, да. Плацента соединяет кого с кем? Ну, сам цветок с семенем. Ну, короче, цветок, плацента соединяет маму с ребенком. Вот, да. Что я хотела услышать. В принципе, Арсения все правильно сказала, да. Значит, плацента – это место прикрепления дочерней структуры, а семизачаток – это все-таки дочерняя структура. Там будет развиваться семя, которое будет являться как бы дочкой материнских тканей. Материнские ткани в данном случае – это стенки плодолистика, короче, стенки зайца. Дальше от плаценты отходит ножка, семеножка, которая по-научному называется фуникулус. Классное слово. Семеножка. Причем семеножка на самом деле может быть очень короткой, может быть очень длинной. Вот посмотрите, пожалуйста, у кактусов. Не у всех, но у многих кактусовых. У них, вот если мы представим тело семизачатка, то семеножка, она у них вот так вот обвивает сам тело семизачатка, ну, видимо, для дополнительной какой-то защиты. В общем, странные ребята кактусы. А дальше мы сейчас с вами обсудим очень интересное место, а это именно место, это не структура, которое называется халаза. Итак, халаза штука странная. Это в принципе место, который располагается над самой главной центральной частью любого семизачатка. Самая главная центральная часть семизачатка – это нуциус или мегаспоранги. Вот халаза – это место ровно над нуциусом, а где заканчивается семеножка. Вы спросите меня, что это, зачем? Зачем называть это отдельным словом? Что за бред? Зачем мы должны дополнительно страдать, зная, что такое халаза? Вот смысл в том, что плацента – это то, что соединяет маму с ребенком. Самое главное, что через плаценту будут проходить проводящие пучки в семеножку.
Ахалаза – это то место, где эти проводящие пучки будут заканчиваться. Вот в чем фишка. Ихалаза фактически – это место, где оканчиваются проводящие пучки, идущие от материнского растения. Это просто место, которое обозначает конец проводящих пучков. Не у всех так происходит, но очень многих. Дальше. От халазы у нас располагаются два интегумента. Значит, эти интегументы, зачем они нужны? Они нужны для того, чтобы защищать этот нуциус. Еще раз. Нуциус или мегаспоранги. В мегаспоранги будут образовываться мегаспоры, и потом эти мегаспоры будут превращаться в гаметы. Все это будет происходить внутри вот этого вот мегаспорангия, внутри нуциуса, а внутри семизачатка. Чтобы максимально защитить вот это вот святая святых, вот это вот, для того, чтобы это максимально защитить, у покрытых семенных растений, ну и на самом деле не только у покрытых семенных, у голосеменных тоже такое есть, у них развиваются покровы, покрывала такие, которые называются научным словом интегумент. У кого-то этих интегументов два, у кого-то один. Смотрите, пожалуйста, сюда. Соответственно, есть битегмальные семизачатки, унитегмальные семизачатки и атегмальные. Ну, тегма – это такие покровы, да? Би – два, уни – один, а приставка А – это отрицание. Береза – это вообще растение, у которого много чего никак не идти. В частности, у березы унитегмальные семизачатки. Ну вот и решила береза, что не нужно ей два покрова, ей одного достаточно. Ну, больна так делать. Вот. А микропили – это, собственно, то место, где сходятся семизачатки, и то место, через которое будет прорастать пыльцевая трубка. Дальше. Что получается дальше? А дальше мы плавно подбираемся к святая святых, а именно нуциусу или мегаспоранге. Я уже вкратце немножко рассказала, что там будет происходить. Но когда вас спрашивают строение семизачатка, вы должны его изображать в том виде, в котором здесь обозначено. То есть на самом деле вы обозначаете семизачаток уже после того, вы рисуете семизачаток в том состоянии, когда в нем уже прошел макроспорогенез и макрогаметогенез. Вы показываете полностью сформированный семизачаток. То есть вы рисуете семизачаток в момент цветения. В момент цветения. То есть тогда, когда все уже готово. Вот. Ну, все то же самое, тут понятно, да, плацента мы с вами уже поговорили, количество семизачатков очень вариабельная структура, у кого-то один, у кого-то энное количество, у кого-то много. Помните вот эту базальную плацентацию, мы на прошлом занятии, я примеры показывала, когда, ну, плодолистики один семизачаток. А теперь давайте еще немножко поговорим про семизачатки, и дальше мы с вами пустимся в обсуждение макроспорогенеза, макроспорогенеза и макрогаметогенеза. Итак, как я уже сказала, семизачатки могут выглядеть по-разному. Длина семеножки может выглядеть по-разному. Самое главное, что в итоге, если проводить параллельную прямую, соединяющую там семеножку, халазу и микропили, то выяснится, что не у всех они совпадают. Ну вот, давайте с вами посмотрим на семизачаток под буковкой «Б». Это анотропный семизачаток, который встречается у очень-очень большого количества покрытых семенных растений. И когда мы с вами рисуем семизачаток, и на всех схемках, которые, значит, к семизачаткам принадлежат, чаще всего мы с вами рисуем анотропный семизачаток, у которого, в принципе, если мы проводим параллельную, в общем, прямую через семеножку, через халазу и микропили, выясняется, что это параллельные прямые. А если мы с вами проведем, например, через гемитропный семизачаток, то вот у нас семеножка, а вот у нас халаза с микропили. Если через кампилотропный, вот семеножка, вот халаза, а вот микропили. И вот так мы получаем максимально разнообразные семизачатки. Возникает вопрос, зачем здесь-то иметь такую разницу?
Зачем? А все дело в том, как растет кольцевая трубка. А какой путь она должна преодолеть? Это же еще дополнительная защита. Вот особенно если мы говорим про какие-нибудь гвоздичные гераневые, да, вот эти кампилотропные семизачатки. Ну это же надо еще там подлезть-то. Вот это же вообще непросто. Вот, поэтому вариативность, она все-таки в большом количестве случаев опосредуется тем, где живет растение, как будет расти пыльцевая трубка, ну, в общем, многими подобными факторами. Вот наш срез семизачатка. Это простой семизачаток, причем более того могу сказать, помните картиночку на прошлом занятии я вам показывала с базальной плацентацией семени, когда у нас в одном плодолистике был всего лишь один семизачаток. Вот это та самая структура. Итак, сейчас, ага, вот. Сейчас я вам кое-что покажу. Итак, когда у нас формируется семизачаток, то внутри него формируется, как вы понимаете, нуциус, потому что нуциус или мегаспоранги – это самая главная часть семизачатка. И на начальных этапах семизачатки в нуциусе содержится большое количество клеток. Но часть из них, возможно, станут мегаспорой, а большая часть по количеству все-таки останется как наполнение нуциуса. Не просто наполнение, а как клетки, которые будут питать. Не будут питать формирующуюся мегаспору. И так и далее. Итак, то, что обведено голубым, это, соответственно, интегумент. Это стенки интегумента. Еще раз посмотрите, вот как это все заполняется. Вот это стенки интегумента. Как вы понимаете, самые наружные стенки, вот это я сказала, что это базальная плацентация семени, это будут стенки плодолистика. Да? А вот это вот прозрачненькое нечто, это зазор между семизачатком и стенками плодолистика. Внутри нуцилуса развивается большая-большая архиспориальная клетка. Сразу скажу, я вам буду рассказывать один из вариантов того, как происходит формирование яйцеклеток синергид и антиплод. Там несколько способов. В отличие от тычинок, где происходит практически у всех все одинаково, у женщин не все так просто. В семизачатке не все так просто. Я вам расскажу развитие так называемого моноспориального зародышевого мешка. Моноспорический зародышевый мешок. Я вот такой путь буду вам рассказывать. Итак, если мы говорим про моноспорический зародышевый мешок, то в нуцилусе среди вот этой массы клеток начинается формироваться и обособляться одна архиспориальная клетка. Она вообще еще не спора, она просто архиспориальная клетка. Она как бы предок. Она диплоидна и крупнее многих других клеток. Остальные клетки нуциуса поставляют питательные вещества для всего того, что будет происходить внутри этой архиспориальной клетки. Ну и в итоге эта архиспориальная клетка в какой-то момент развивается в мегаспорацит. Итак, мегаспорацит. Что происходит дальше с этим мегаспорацитом? Значит, мегаспорацит или макроспорацит, ребята, еще раз, это не важно. Мега или макро – это в любом случае приставка, обозначающая женскую некую часть. Итак, этот мегаспорацит или макроспорацит находится среди других клеток внутри нуциуса. Дальше внутри этого макроспорацита происходит деление, мейотическое деление, в результате которого мы получаем линейную тетраду мегаспор. Помните, у мужчин, да, в тычинке мы получали тетраду микроспор, но она не была линейной. Там они как бы вот рядом друг с другом располагались 4 штучки. А здесь они действительно в линию выстраиваются, но пока еще располагаются в оболочке исходного макроспорацита. Вот мы получили эту линейную тетраду мегаспор.
постепенно самую важную роль приобретает самая нижняя клетка, и, возможно, вот тут в этом случае как раз играют вот эти вот гравитропические векторы. То есть то, куда будет направлен гравитропический вектор. Самое главное, смысл в том, что именно нижняя мегаспора из этих четырех сильно обособляется, разрастается и просто с гигантской скоростью начинает увеличиваться в размере. Она становится супер-супер гигантских размеров. Так что занимает почти, ну, минимум половину объема всего нуциуса, а иногда даже больше. И она представляет из себя женский гаметофит, в то время как оставшиеся три отмирают. Итак, макроспорацит, внутри которого происходит мейотическое деление, в результате которого мы получаем четыре одинаковые мегаспоры. Но самая нижняя из них начинает сильно разрастаться в диаметре, питательные вещества из оставшихся клеток нуциуса туда активно приходят, а оставшиеся три отмирают. И вот эта вот нижняя клетка, нижняя мегаспора развивается в женский гаметофит, который называется зародышевый мушок. Итак, мужской гаметофит, кстати, вопрос к вам. Мужской гаметофит – это кто? То мужской гаметофит. Пыльца. Ну да, пыльца или не пыльца, а господи. Ну, или пыльца, или пыльцевое зерно, ну что-то, ну, в общем, называйте как. Золото. Что пропустила? Да. Да. А здесь женский гаметофит – это зародышевый мешок. Но на этом этапе никаких яйцеклеток, синергит-антипод еще нет. Мы только сформировали зародышевый мешок. Что происходит дальше? Дальше, когда мы сформировали зародышевый мешок, мы закончили макроспорогенез. От макроспороцита, вернее, от архиспориальной клетки до зародышевого мешка – это макроспорогенез. Как только мы полностью сформировали зародышевый мешок, мы начинаем и встаем на скользкий путь грабежа и разбоя под названием макрогаметогенез. В результате этого процесса мы получим с вами яйцеклетки, синергиды и антиподы. Итак, мегаспора, та одна, та самая одна, которая представляет из себя зародышевый мешок, начинает метатически делиться. Вот она поделила свое ядро, а метатически делит свои ядра. Эти ядра она поделила, а дальше эти ядра расходятся к полюсам. И после этого происходит еще одно метатическое деление, после которого еще одно метатическое деление. В результате всего этого процесса мы с вами получаем 8 ядер. Не клеток, ядер. Мы получили 8 ядер. Окей. Дальше. Одно ядро из верхней части и одно ядро из нижней части как-то отдельно выделяются и в итоге сходятся друг с другом посередине и сливаются. Гаплоидное верхнее ядро плюс гаплоидное нижнее ядро, сливаясь, образуют диплоидное ядро. Вот здесь оно обозначено зеленым. После этого, после того, как слились вот эти два ядра, нуциус начинает довольно сильно истончаться. Ну, представляете, сколько питательных веществ нужно на эти все эти мейотические и метатические деления? А вокруг ядер внутри зародышевого мешка обособляется цитоплазма и формируется оболочка. И в итоге ядра превращаются в клетки. Внутри мегаспоры, внутри зародышевого мешка у нас сформировались 7 клеток, но сформировались они путем не деления исконной клетки, а путем деления ядер. После их разделения цитоплазма и оболочка обособляются вокруг каждого ядра, и получились вот эти клетки. Центральная клетка, диплоидная, зелененькая, соответственно, противолежащие ей
антиподы красненькие и, соответственно, яйцеклетка с синергидом. Вот в итоге мы с вами получили полностью сформированный моноспорический зародышевый мешок. Еще раз, почему он моноспорический? Потому что он сформировался из одной мегаспоры и из одного макроспороцита. Ну, все по одному. Там бывают, на самом деле, другие варианты. Не у всех семейств все одинаково. И вот тут сказать, почему у кого-то идет так, а у кого-то по-другому, я вот вообще не могу. Не знаю. Ну, наверное, просто эволюция пробовала вот так, так, так. Что-то прижилось, что-то осталось. Ну, в общем, так пошла эволюция. Итак, мы полностью сформировали тычинку, мы полностью сформировали пестик, мы провели микро-макро-гаметогенез и спорогенез, мы полностью сформировали лепестки, чашелистики, мы их развернули, все сделали. Так, все готово к опылению. Ну, а теперь надо вспомнить, а как же происходит опыление? И какие типы опыления мы вообще знаем и помним? Итак. Ну, во-первых, есть автогамия. И тут я каждый раз забываю, как это правильно ударение ставить. Кто-то говорит автогамия, кто-то говорит автогамия. И я не помню, как правильно. Потому что я всегда говорила автогамия, меня вроде никто не поправлял. Но недавно я услышала, что кто-то говорит автогамия, и задумалась, как же правильно. Итак, что же такое автогамия или гамия? Это опыление пыльцой того же цветка. То есть не просто того же растения, а прям того же цветка. У вас обоеполый цветок и пыльца с тычинок своего же цветка опыляет свой же пестик. Ну и тут есть разные варианты этой автогамии, потому что есть случайная автогамия, а есть запрограммированная автогамия. Кто-то это делает специально, а кто-то это делает, ой, ну так получилось. Что надо понимать? Если вы на регулярной основе хотите совершать автогамию, ну тут, конечно, вопросы к популяции, да, вопросы к тому, как же будет, ну, с генами, как там все это будет передаваться, это, ладно, опустим, как незначащее, но вы должны прибегнуть к определенным ухищрениям с анатомической точки зрения. Вы должны, например, если вы хотите регулярную автогамию, то у вас априори пестик должен находиться ниже тычинок. Тычинки, при этом вопрос, хотим ли мы, чтобы они развивались большими, высокими, или нам достаточно, чтобы они были не очень большими. А когда мы будем, соответственно, цвести, помним, да, что цветение – это готовность рыльца к восприятию попадающей на него пыльцы, да? Мы цвести будем, раскрыв околоцветник или нет? И тут возникают интересные примеры. Вот, например, такая прекрасная лобелия Дортмана. Прекрасные цветочки. Только то, что вы видите, это не цветение. Там уже все отцвело. Потому что опыление происходит до цветения. До цветения тут на самом деле нужно поставить кавычки, вы понимаете, да? До цветения в потребительском понимании этого слова. До распускания околоцветника. Да, тогда возникает вопрос, а зачем тогда вообще этот околоцветник раскрывать? А потому что у ближайших родственников не так. И сохранилось это в эволюции. Ну вот, они все равно распускают этот красивый околоцветник. Я всегда отвечаю себе по-другому. Чтобы радовать людей и зверушек. Вот зачем распускается этот околоцветник. Или другой пример. Например, мышехвостник. Мышехвостник малый, посмотрите, пожалуйста, вот это вот, значит, гигантская колонна, это большое количество апокарпных пестиков, которые в своей массе срастаются друг с другом, образуя вот эту колонну. Там частично и стенки завязи друг к другу прирастают, и плода, и стелодия прирастает, в общем, образуют такую колонну. Так вот, сначала формируются тычинки, и в них происходит микрогаметогенез и микроспорогенез.
А потом начинают формироваться и развиваться вот эта колонна, и по мере того, как она прорастает, проходит сквозь тычинки, тычинки в прямом смысле как бы опускают, осаждают свое пыльцо на рыльце вот этих пестиков, находящихся внутри колонны, которая постепенно вырастает вверх. И получается, что сама опыление проходит в первую половину цветения. Позже это уже невозможно, потому что в первую половину цветения начинается вот движение вот этой вот колонны. Ну, то есть оно механически происходит, перенос вот этой пыльцы. Но это, если мы говорим про регулярную автогамию. А если мы говорим про случайную автогамию, которая на самом деле не является уж таким уж редким явлением, просто кто-то это жестко пресекает, а кто-то говорит, что ну ладно, в этот раз можно и самоопылиться, чего бы и нет. И тогда сильных метаморфоз в строении цветка и в том, когда будет зацветать какая часть, там уже не будет наблюдаться. Что должна сказать вам с точки зрения физиологии растений? И тут уже важно понимать, что особенно для аллогамии, для второго нашего варианта, это будет критически важно. Но на самом деле для автогамии тоже. Рыльца пестика – это непростые клетки. Они не только несут вот этот осолененный слой. На их поверхности располагаются очень специфические рецепторы, которые узнают малые РНК, которые выделяются пыльцой. Ну, если упрощенно, то на рыльце есть рецепторы, которые четко могут оценить, это пришла та пыльца, которая мне нужна, или нет. И вот если пришла не та пыльца, то ткань рыльца в прямом смысле убивает пыльцу, ненужную ей. Что бы место ни занимало. А вот если пришла пыльца та, которую ожидает растение, ожидает цветок, тогда ей дается зеленый светофор. Туда подходит максимальное количество питательных элементов, ну, по крайней мере, воды, да, потому что пыльца должна набухнуть. И дальше начинается прорастание пыльцевой коробки, размещаются ткани стелоди или столбик. Ну, в общем, пошло-поехало. Но вот этот вот селективный отбор у кого-то, ворота этой селекции очень узкие, а у кого-то они расширены. И вот когда они расширены, тогда случается вот это вот, уж извините за тавтологию, случайная автогамия. Ну, понятно, что вы не будете опыляться пыльцой там. Я Arabidopsis thaliana, покрытосеменное растение. Понятно, что я не буду опыляться какой-нибудь пыльцой сосны. Но, тем не менее, кто-то способен к близкородственным скрещиваниям, да, межсортовым, а кто-то вообще нет. Там все жестко и грубо. Вот, поэтому все это определяется, в частности, особенностью ткани рыльца. Это очень важная история. Что же касается аллогамии, когда мы опыляемся пыльцой другого цветка, то другой цветок может находиться в разных местах. Другой цветок может находиться на другом растении, вообще на другом растении. И, соответственно, скорее всего, он принесет совершенно другую генетическую информацию. Ну, то есть, потому что если цветок находится на этом же растении, то, скорее всего, ген-информация будет та же самая. А вот тут, когда нам, например, принципиально опыляться пыльцой другого цветка, но со своего же растения, тогда включается история, что на разных уровнях цветки будут цветать в разное время. Не все одновременно, а постепенно. И вот то, как вы распускаете и готовите к опылению разные части цветка, то когда это все распускается и имеет готовность, то когда распускаются цветки в разных частях растения, все это прямым или косвенным образом будет влиять на то, случится ли у вас автогамия или аллогамия. Плюс не забываем, что у нас рыльце пестика, там жесточайшая таможня. Вот так растение в итоге опыляется тем, той пыльцой, которая она хочет. Но помимо морфологических всех вот этих вот частей,
возникает вопрос, а как пыльца будет принесена и кем? Самые древние варианты – это, конечно же, анемофилия и гидрофилия. Это когда у вас опыляется либо ветром, либо водой. Это самые древние истории, но давайте вспомним какие-нибудь хвощеплавные папоротники. Ну вот. Когда же мы говорим про голосеменные и покрытосеменные растения, то тут в опылении начинают участвовать всякие товарищи, которые летают, ползают, я не знаю, что делают рядом. Это насекомые, жуки, птицы и вот отдельная вообще совершенно история, это летучие мыши. Есть, я вам показывала в самом начале презентации кактус «Царицы ночи». Вот, в частности, кактус «Царица ночи», он опыляется при помощи хироптерофилии, то есть при помощи летучих мышей. Ну, и их в том числе. То есть они не строго заточены на это, но и при помощи товарищей также опыляется. Когда мы говорим про опылителей, я имею в виду всякие насеки, ну, в общем, все вот это вот летающее, то опылители бывают главные и второстепенные. И дальше возникает вопрос, а чем же они отличаются? А отличаются они теми приблудами, которые будут исторгать из себя растения для того, чтобы опылиться тем, кем оно хочет. Потому что для главного опылителя, например, важен там определенный набор. Там, цвет, запах, вкус. Ну, кто-то тоже может на это клевать. Поэтому растения все-таки пытается выбрать себе какого-то главного опылителя. Все остальные в побочном спектре. Если мы говорим про то, как мы привлекаем опылителей, то есть аттрактанты. Аттрактанты первичные или вторичные. То есть как бы первостепенные, условно говоря, и второстепенные. Самое главное аттрактант – это еда. Кто бы что там ни говорил про цвет, запах, это все-таки второстепенная история. Потому что мы должны, как это, помните собаку Павлова? Положительное подкрепление. Вот первичный аттрактант – это всегда еда. Это и пыльца, и нектар. Все считают, что самая главная еда – это нектар. Нет. Пыльца – это очень питательная штука. Там очень много белка. Поэтому некоторые опылители летят за пыльцой, а не за нектаром. У кого-то у каких-то цветков совмещается и пыльца, и нектар, а у кого-то только пыльца, у кого-то только нектар. Ну, в общем, там по-разному. Вот. В конце концов, не всегда много пыльцы может дать тот или иной цветок. Вторичные аттрактанты – это уже цвет. И тут, конечно, красота для наших глазок. Всякие разнообразные цветки с разными лепестками, с разной формой, с разной расцветкой. Конечно, понятно, что мы видим не все то, что заложено растением, потому что я помню, значит, в интернете есть такие картиночки, как, например, какое-нибудь насекомое на самом деле видит белый лепесток. И ты так смотришь, думаешь, ох, какое же я доисторическое животное, я ничего не вижу, ну оно же белое. А выясняется, что оно не белое, а там вообще радужные, многогранные, с такими узорами. Вот. Ну и запах. Причем запах бывает очень разный. Есть абсолютный запах, а есть имитирующий запах. То есть, либо мы на 100% попадаем в, например, какой-нибудь феромон осы в тропиках. Я, по-моему, уже рассказывала эту печальную историю о том, как, значит, есть специфическая орхидея, которая в качестве аттрактанта выбирает феромоны, значит, осы. Как-то это оса так называется, в общем, хитро. Смысл в том, что когда у осы случается процесс полового размножения и поиска партнера, в это же самое время цветет и та самая орхидея. Но смысл в том, что ресурсов у цветка орхидеи гораздо больше, чем ресурсов у самки осы. И вот летит себе ос, мужчина-ос. Вот он летит себе... И он встречает прекрасное создание, это на самом деле его женщина, самка, которая, значит, пахнет так прекрасно. И он летит ее опылять, оплодотворять. Ну, в процессе он понимает, что, простите, кажется, это растение.
Ну ничего, летит дальше. И вот после, по мере того, как он добирается до этой женщины-осы, он уже там пару-тройку орхидей опылил. Потому что там стопроцентное попадание в то, какой феромон на самом деле выделяет самка этой осы. Вот. А у кого-то, ну, что-то похожее. Вот, например, у нас в огороде моя бабушка посадила калину. Как вам сказать, пахнет вот это вот прекрасное создание? Ну, если мягко и тактично, то такими недельными носками. А может быть, еще и похуже. Вот это вот имитирующий запах, на который слетаются мухи. Также, например, пахнет у меня, у нас на даче растет такой боярышник, ребята, у него такие плоды, они реально вот такого размера. Там стенка этого ценородия, она такая толстая и сочная. Но как же это по весне воняет? А это еще дерево большое, реально большое дерево. И оно все в этих соцветиях. Господи, как же это воняет. Там просто рядом находиться невозможно. Там везде мухи. Боже, они это все опыляют. Ну, потому что неприятно, а мне неприятно. Вот, ну, поэтому мы стараемся туда не ходить весной. Вот, поэтому запахи бывают абсолютно имитирующие. Все зависит от того, вы прям 100% нацеливаетесь на кого-то или нет. Как вы понимаете, когда вы настолько селективно заточены под своего главного опылителя, то это, конечно, чревато тем, что... А если он исчезнет, вы как вообще опыляться будете? Вот. И с этим, конечно, в современном мире есть энное количество трагедий, да, когда нам происходит потеря опылителя, и, в общем, что делать дальше? Ну, большие проблемы. Так, ну и теперь мы с вами плавненько переходим к двойному оплодотворению. Вы просто нам показываете, типа, вот такой, а камеры нету. Да. Слушайте, вообще-то странно, у меня же вообще-то камера включена. И у меня вот вопрос. Ну, то есть, как бы, она же... Из-за демонстрации экрана не видно вас. Вот. Не-не-не, даже в маленьком окошке нету. Ну, вот в том-то и дело, что в маленьком окошке нету. Но... Ребята, ну я думаю, что я когда-нибудь разберусь, как это здесь показывать, наверное. Так, ну ладно. Эх. Итак, двойное оплодотворение. Двойное оплодотворение начинается с того, что ткань рыльца пропускает нужную пыльцу. Я уже рассказывала, что это критически важно, и у многих растений ненужная пыльца вообще не имеет шанса прорасти. Но не у всех этот селективный барьер настолько важен и критичен. Дальше. Пыльцевая трубка прорастает за счет того, что у нас разрывается экзина. Мы с вами помним, что экзина – это вот эта вот наружная оболочка пыльцевого зерна, которая имеет вот эти вот все борозды, вот максимально она такая вариативная по форме. Внутри находящаяся интина, которая фактически представляет из себя первичную оболочку, она начинает безумно увеличиваться в размерах. И эта вегетативная клетка начинает увеличиваться размеров, растягивая ту самую интину. И в итоге пыльцевая трубка – это часть вегетативной клетки с растянутой интиной, внутри которой оказывается генеративная клетка. При этом генеративная клетка, вот здесь она обозначена generative cell, да, вот эта генеративная клетка – либо она еще в пыльцевом зерне делится и образует два спермия, либо прямо в пыльцевой трубке совершаются эти деления. У кого как. Но в любом случае пыльцевая трубка дорастает до микропеля. А тут, внимание, вопрос. Как она выясняет, с какой стороны то самое микропеле? А тут интересная история. Потому что как только начинает прорастать пыльцевая трубка, семизачаткам дается сигнал. Девочки, пыльцевая трубка начинает свое прорастание, готовимся. И интегументы слегка расходятся. Вот прямо здесь они, кстати, нарисованы, что они слегка расходятся. И окружающие клетки начинают выделять сахара. Короче, микропель, пыльцевая трубка растет на еду.
там случается реальный хемотаксис. То есть направленный рост в сторону увеличивающейся концентрации какого-то вещества. Короче, семизачаток такой, гули-гули-гули-гули, выделяют эти сахарочки. Вот. Это на самом деле определенный набор. Там превалируют, конечно, углеводы, но там и другие вещества встречаются. И в итоге происходит точное попадание пыльцевой трубки в микропилы. Но дальше возникает вопрос, а как вот эта пыльцевая трубка, она что, должна слиться с кем-то, чтобы впустить эти две клетки генеративные спермы? Как? И вот тут у нас на арену выходят синергиды. Все дело в том, что пыльцевая трубка врастает в одну из синергид, она сливается с нею. Как только пыльцевая трубка слилась с синергидой, то внутрь синергиды впрыскиваются два спермия. А так как контакты между клетками внутри зародышевого мешка довольно тесные, то в итоге эти два спермия направляются один в соседствующую клетку, яйцеклетку, а второй спермий направляется, ну, конечно, не в суперсоседствующую, но тем не менее недалеко находящуюся центральную клетку. И происходит слияние. Соответственно, спермий, первый слившийся с яйцеклеткой, образует диплоидную зиготу, да, и из этой зиготы путем последовательного деления у нас будет формироваться зародыш, а второй спермий, сливаясь с диплоидной центральной клеткой, образует триплоидный эндосперм. А тут самое интересное. Мы с вами, я забегу вперед и скажу, что в зависимости от семени, в итоге в сформированном семени питательные вещества могут содержаться в разнообразных вариациях. Кто-то в семидолях хранит запасные вещества, кто-то в эндосперме, кто-то в перисперме. Но исходя из этой схемы, исходя из двойного оплодотворения, у абсолютно всех растений формируется эндосперм. Сейчас мы не говорим про голосеменные, там у них на самом деле он тоже сформируется, но немножко по-другому. Сейчас мы говорим про покрытые семенные растения. Дальше возникает вопрос, ну хорошо, а если у меня бобовые, если у меня горох, там эндосперм есть? Вот он был. Другое дело, что в зависимости от систематического положения, от систематической группы, у кого-то эндосперм к этапу полного формирования семени либо полностью лизируется, либо остается в каком-то рудиментарном состоянии. Потому что все это время, пока зигота будет превращаться, там, стадия сердечка, торпедо, глобула и вот вся вот эта вот история, эти клетки, зародышевые клетки, нужно питать, нужна еда. И эндосперм, он всегда питает зародыш. Только другое дело, он будет формировать зародыш на этапе его формирования, либо будет питать зародыш тогда, когда семя будет прорастать. Но в любом случае эндосперм образуется всегда. И если вы какой-нибудь горох, то вначале у вас центральная клетка, слившаяся со спермием, все равно образует эндосперм. И через этот эндосперм происходит питание формирующегося зародыша из зиготы, дальше стадия глобула и так и далее, и так и далее. А с течением времени, с развитием, у вас все запасные вещества семени перемещаются в семидоле у зародыша, а эндосперм к этому моменту у гороха практически полностью исчезает. Так что эндосперм формируется всегда. Ну и последнее, о чем мы сегодня поговорим, что чему дает начало. Вот мы с вами опять вернулись к нашей электронной фотографии плодолистика-завязи. Ну, в общем, понятно, да? Один семизачаток в одном плодолистике. Итак, зародышевый мешок создает непосредственно после двойного оплодотворения и сам зародыш, и питание для зародыша. Неважно, и в том, и в другом случае. Сам нуциус, клетки нуциуса, стенки нуциуса, также могут перерождаться в ткань, которая будет питать зародыш. Это перисперм. Не волнуйтесь, на следующем занятии еще раз это все повторим.
Следующее, у нас идут интегументы. Интегументы будут формировать защиту семени, а именно они будут формировать спермодерму или семенную кожуру. Спермодерма и семенная кожура одно и то же. Дальше, что у нас есть? А у нас есть помимо одного интегумента, у нас вообще-то два интегумента. И второй интегумент, наружный интегумент, либо он участвует в формировании семенной кожуры, либо он отмирает, либо он формирует так называемые штуки для распространения, в частности, всякие там орелоиды, ариус-орелоиды. Ну, там, правда, и семеножка с плацентой также могут участвовать в формировании этих мирмикохордных пригодатков, орилусов, орелоидов. Все это подробнее будем разбирать на следующем занятии. Вот. Ну и в конечном итоге, я здесь этого не указала, стенки завязи, да, будут формировать околоплодник. Ну, понятно, это не часть, то есть это не часть семени, потому что все, что касается семени, все полностью будет сформировано из семизачатка. Все, что касается тканей плода, короче, весь околоплодник будет сформирован уже стенками плодолистика или стенками завязи.